Ребята, так же, как и вы, занимаюсь NotPixel, и, конечно же, интересует, какая будет цена монеты Pixel на листинге. Для этого я забил исходные данные в чат GPT, и посмотрим, что из этого выйдет. Итак, я брал из учета того, что в игре сейчас 26 миллионов пользователей, и я думаю, каждый $1-2 вложит и какой-то процент вкладывает и $100, и есть процент, который, допустим, $1000 вкладывает, да. В итоге искусственный интеллект должен нам предоставить три варианта стоимости монеты Pixel на листинге. Ну и что мы видим? Мы видим, что он начинает рассчитывать капитализацию в зависимости от того, кто сколько вложил денег, да, в данную монету. Ну и в итоге здесь получается, что примерно капитализация $500 миллиарда, да. Ну, в принципе, я считаю, это нормальная капитализация, с учетом тот же Notcoin в пике до 2 миллиардов доходил, да. Вот, ну и далее он начинает считать, здесь он не знает, сколько всего будет монет, вот, 10 миллионов монет, я считаю, это совсем мало, 100 миллионов тоже, ну, миллиард это уже более-менее, и вот он при миллиарде монет стоимость будет $0.5 за монету, ну, это тоже что-то совсем уж много, мне кажется, ну, и $500 миллиарда, я думаю, будет гораздо больше пикселей при таком количестве людей, да. Тут речь, наверное, пойдет о триллионах. Но, тем не менее, вот такой вот расчет. И поэтому я ввожу далее, уточняю. Да, вот я ввожу 100 миллиардов монет. Ну, такое более-менее нормальное число. И здесь вот уже реальные цифры. То есть итоговая цена будет 0,5 цента. Да? $0.0059. То есть, ну, это уже более-менее понятная цена. Это при 100 миллиардах монет, то есть 100 миллиардов пикселей, да, если пользователи столько наберут. Вот, получится это или нет, ну, вполне возможно. Ну и, конечно же, давайте еще введем данные другие, допустим, не 100 миллиардов, да, а, допустим, если будет 10 миллиардов монет всего, да, ну и понятно, что в этом случае стоимость одного пикселя будет 5 центов. Собственно говоря, неплохая цена. Ну, мне кажется, этот вариант, он ему процентов, наверное, 10 всего возможно, да, его исполнение. Скорее всего, цена, конечно же, будет гораздо меньше и монет будет больше. Все зависит от того, какая будет, сколько на майнинге добудется монет пиксель. И в итоге вот при 10 миллиардах монет, при 0,5 миллиарда капитализация, цена одного пикселя будет 5 центов, да, при 100 миллиардах монет 0,059, то есть 0,5 цента, а при 1 триллионе, ну, итого в 10 раз меньше, 0,03059. Хочу сказать, что мне больше всего кажется, что будет вероятность второй и третий вариант. То есть, скорее всего, монет будет больше 100 миллиардов до и до 1 триллиона монет. Ну и в результате вот этих вот всех вычислений можно предположить, что цена одного пикселя будет от 0,5 цента и ниже, скорее всего. Не стоит воспринимать это как финансовую рекомендацию, это только приблизительный расчет, возможно, где-то есть ошибка, возможно, и это 100%, что где-то что-то не учтено. Но в любом случае, в качестве развлекательной информации, думаю, многим понравилось. Ссылку на NotPixel размещаю в описании этого видео, а также ссылку на наш телеграм-канал. Присоединяйтесь. Всем профита, всем удачи, профита, до связи.